Действия правоохранительных органов в Казани вновь будет проверять Следственный комитет России. Поводом послужил скандал с активистом движения «Молодая гвардия» Эдуардом Салахутдиновым. Он боролся с подпольными игровыми заведениями и незаконной торговлей алкоголем. В начале августа молодой человек был избит, а в минувшую субботу его арестовали по обвинению в вымогательстве. Якобы активист требовал мзду от организаторов игровых клубов. Сейчас местонахождение Салахутдинова неизвестно. У СКР вызывает опасения судьба этого человека. Параллельно с этим в Москве активисты «Молодой гвардии» сегодня провели митинг, на котором потребовали беспристрастного расследования событий в Казани и закрытия всех незаконных игровых клубов на территории страны.